свой план, голова шла кругом у посторонних. Ну познакоми их с этим своим рэпом, посадив на подоконник той самой кухни в однокомнатной квартире на Седова. И пусть рухнет потолок снова, и пусть сосед в очередной раз будет в ахуе. Ну кипит процесс, все в дыму, и я в вакууме. Риповал, как умел, непоколебим аргумент, как мой член на ее губе. Не переходя рубеж, доверял судьбе, выяснял судел те, что имели отношение ко мне. Наблюдая за движением комет, предвкушение своих побед отдавал взамен за рэп гораздо больше, чем ты заметь. Насаживал я на свой поршень всех овец, которых я цеплял как коршун. Бусикет, и тебя брошу измученный. Сколько было этих случаев, сколько было этих сучек, сколько было скуритый и выпито с криплыми стручем. Да, 2002, эпоха хаоса, вечно флам. Понадобилась пауза, и я внутри себя нашел клад. Нашел своих дальнейших действий план. Если бы все пошло не так и не эдак, если бы не Вутенги, не метод, если бы не пацаны из Купчина, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы не помощь и любовь родителей, если бы эта музыка настолько поразительным образом не влияла на сознание, чтобы было тогда известно лишь создателю.